Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. Гололед на тверских улицах стал причиной увеличения числа обратившихся в травмпункты города. На скользких тротуарах люди ломали руки, ноги и ребра. За один день за помощью медиков обратилось столько человек, сколько порой не обращается и за неделю. Это будет, как говорится, несколько раз в неделю, а тут, получается, сразу за несколько часов подряд люди падали. В Твери реконструируют стадион «Центральный». Работы будут финансироваться банком ВТБ. Соответствующее соглашение достигнуто в ходе рабочей встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления финансово-кредитной организации Андреем Костиным. Стадион мы сделаем при условии, что он будет лично там играть. Он это обещал, кстати, поэтому вы пресс-следите за обещаниями. В Тверской области повышают уровень оказания медицинских услуг. По темпам снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний Верхневолжье опережает все регионы Центрального федерального округа. Областной Минздрав рассчитывает добиться аналогичных показателей и по другим направлениям. Мы должны развить, чтобы сюда все тверские лечили здесь, никуда больше не уезжали.